Ва установах аховы здоровья конкурсы мастацкой самодейности не редкость, але Брэсцкая центральная городская больница одиная, якая штогод проводит конкурс менавіта патриотичной песни. Яго мэтай з'яўляецца выхаванне у нашей краіне патриотов. Любой работник, в том числе работник здравоохранения, прежде всего должен быть гражданином своей страны, патриотом своей страны. А патриот страны, который любит, уважает, ценит ту страну, где он живет, он, естественно, будет и профессионалом, и будет стараться сделать для того, чтобы наша страна была процветающей страной. Подрыхтовку до конкурса удельники почали с загадя, после чего внутрибольничная комиссия выбирала лепших. Уличивая, что конкурс расте и развивается, с этого года у журы увошли уже не супрацовники больницы, а специально были запрошены начальник управления аховы здоровья аблвыканкама, головный урач Брэсцкой центральной поликлиники, а так само администрация Московского района. Подготовка к самому конкурсу, это и музыкальные способности развивает наших сотрудников. И всегда приятно и посмотреть на людей, как они подготовились, это волнительно, подвести итог, выбрать кого-то лучшего. Удельники песенного споборництва вельми хвалявалися. Кожный номер был на высоком узроўні. Журы оценивало их по трех критериях – идейно-мастацкому репертуару, выканаўчаму майстерству и сценичной культуры. Адметно, что прогучали песни и на белорусской мове. Конкурс необходим для того, чтобы молодежь почувствовала именно вот эту патриотичность. Готовились к нему очень серьезно, потому что здесь мозгом, как говорят, нельзя, здесь надо сердцем. Этот конкурс нужен для того, чтобы сплотить коллектив больницы, для того, чтобы выявлять таланты, конечно же. Катерина Сидорович одноголосно была признана пераможцей конкурсу. Серебряными призерами стали девчины из отделения анестезиологии и реанимации, которые покорили судей своей массовостью. А что тычется бронзовых призеров, то их было несколько. Люди властные судьбой, построить этот мир. Юлия Силюк, Сергей Матвійчук, телерадіокампанія «Брест».